Всем привет, дорогие друзья, с вами Серега, Адмирал, и мы продолжаем проходить игры в 2D-стиле, и сегодня у нас новая игра, называется она Little Nightmares. Если верить переводчику, то звучит именно так, это маленькие ночные кошмары, получается, вроде как переводится. Начинаем. Мне посоветовал игру подписчик, вот, после того, как я прошел игру Limbo. Вот, это схожая игра в схожем геймплее, как я понял, и поэтому мы начинаем. Выберите ячейку, будем сохраняться на первой ячеечке. Вот, и я так понимаю, все, начало игры. Что касается по сюжету, я думаю, мы сейчас с вами разберемся, потому что сказать, что игра очень душевная, и мы будем стараться с вами разбирать каждую деталь. Я пока не понимаю, что происходит на экране. Опять девочка какая-то. Девушка. Страшно. Вот, собственно, и мы. Главный герой. Так, это что? Ага, стрелочками камера. И тут мы просто бегаем. Хорошо. Кстати, смотрите. Я стрелочками смотрю на камеру. И головой поворачивает главный герой. Это круто. А, еще она 3D-шная. Я понял. Хорошо. Так, пробелы. У нас прыжок, соответственно. Разбираемся на Васте. Ну, бегаем, я имею в виду. Так, ну, пока. Пока, я думаю, просто двигаемся вправо. Если у нас F — это зажигалка, Ctrl — это, соответственно, присесть, Shift — бежать. Хорошо. Так, мы можем как-то еще. Нет, у нас есть просто зажигалка. Хорошо, она у нас, наверное, бесконечная. Мне кажется, что она, да, бесконечная. Но если нет, то это, конечно, интересно будет. Вот. Так. Так, и что мы тут делаем? Так. Есть ли у нас еще какое-то взаимодействие? Схватить. А, вот на мышке схватить. Хорошо, и что мы делаем? Потянуть не можем. А тут можем? Можем. Все, я понял. И на корточках вовнутрь. Хорошо. Так, значит, взаимодействие на мышку. Шикарно. Так, а тут я могу, кстати, знаете, с одной стороны на другую. Нет, не могу. Я думал прыгать. Так, ладненько. Разбираемся. Неплохо. Опа. Спустились вниз. Я так понимаю, тут много таких темных локаций будет. Поэтому у нас зажигалка. Блин, очень круто все выглядит. Реально прям классно. Кстати говоря, есть еще и вторая часть, поэтому если вам эта часть понравится. Так, тут нельзя никак взаимодействовать. Здесь тоже. Что это? Кто это?
маленькая штука. А, ее можно перетащить. А куда? Ну, просто украли бабку какую-то. Ну ладно, пойдем. О, еще и можно с ней приседать. Что с ней делать? Наверное, сюда поставить. Ну, я не знаю. Смотрите, подходим. Какой-то глаз светит, да? Поставили бабульку. Да, светит и светит, но он закрывался. Так, хорошо. Так, а как запрыгнуть? Сжатая пружина, получил достижение. Это, наверное, из-за того, что много попрыгал. Угу. Я понял. Я понял. Офигеть, он так двигается. Круто. Какая-то вязкая штука, я не хочу по ней бегать. Она куда-то ведет, и тут маленькие ножки. Холодильник. Что-то убежало. А, офигеть, я просто холодильник открыл. Я так понимаю, что нам сюда. Блин, ну прикольно, прикольно. Пока мне все нравится. Какая-то штука упала, и даже знать не хочу, что это. Включаем свет, потому что страшно. Ну, не то чтобы страшно, просто как-то... Ой-ой-ой, не подходи ко мне, ты слизнюк. Вот так вот. Вот так вот. Так, а что, мы не можем сюда полезть? Сюда, наверное, можно, да? Так, нет. Тогда я думаю... Серьезно? Капец, блин. Круто, оторвать можно? Ну, маленький гном какой-то бегает. Ой-ой-ой. Я умер или... О, какие-то штуки тут ползают, я не хочу. Давайте подальше от вас буду. Так вот, вот так вот, вот так вот. Пацаны, я свой. Я свой. Блин, я здесь грязный. Так, сохранение, хорошо. А это у нас сохранение, да, получается? А, ну можно вот из... Куда побежал? Аккуратненько. Наверх. Блин, ну игрушка, кстати, интуитивная очень, в том плане, что, ну, понятно, куда бежать. И сейчас, прикинь, такой, я забегаю в тупик, и получается, что непонятно, куда бежать. Ну, пока все понятно. Блин, очень прикольно. Бегаешь, что-то делаешь. О, открыла кошка сразу. И бежим, бежим, бежим. А как успеть?
музыку спеть. Через shift, наверное, побежим, да? Давай. Успели. Так, хорошо. Сохранились. Так, мы попробуем вот эту штуку открыть. Опа. Куда ты? Кто это такие? Забавные. Ну ладно. Оп, ударились. Рычит, что ли? О, а кто это? Так. Это было страшно. Это злодей какой-то. Хорошо. Так, что это у нас? Это у нас сохранение же. Да, это сохранение. Я вижу значок сохранения, когда поджигаю лампу. Будем знать. Так, аккуратненько. Мышка. Что? Я так понимаю, до рычага. Вот так вот. Подождите, а можно передвинуть? Можно? Нужно осмотреться. Вот для чего еще эта штука. Я понял, что этот... А для чего он? Чтобы пройти... А, ну все, электрическую эту штуку. И все. Чух-чух. Поезд чух-чух. Мы тут можем побегать? А, смотрите, здесь тоже электрическая. Так, а здесь у нас как быть? Она прям очень долго была, мне кажется, я бы добежал до следующей. А знаете, наверное, так и будет, потому что что? Потому что можно забраться на вот эту, потом в эту дырку залезть и все сделать то же самое. И на шифте просто побежим. Ну, в принципе, логично. Блин, прикольная игрушка, мне нравится. И бежим. Пролезли. Бежим. Та-т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 а
Так, опа, все здесь. Сохранение. Отлично. Так, какие-то двери. Много дверей. Кубики. Ладно, не трогаем. И что, все, что ли? Просто... Ну да. Получается, что все, просто прошли. Мимо кубиков? Тут единственное, это вот кубики. А сколько их? 1, 2, 3, 4. А дверей много. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 дверей. Из них свет горит 1, 2, 3. Это все везде, наверное, горит. Тут он горит. 1, 2. Непонятно. Я просто думал, что как-то, знаете, можно с ними поиграться. Оба. А его еще можно кидать, смотрите. О, выпал. Зеленый. А ну подождите. Я чисто сейчас ради интереса попробую. Красный, зеленый. Зеленый.
что такое? Чуть не выкинул. Желтый и синий. Не получилось. Почти. Во. И ничего не произошло. Ладно. Хорошо, бежим дальше тогда. Я думал, что-то произойдет. Ага. Я понял. Намек ясен. Страшное. Страшный глаз, который за всем наблюдает. Необходимо от него убежать. Убежали. Подожжем, сохраним и полезем наверх. Ну, пока все прекрасно. Я бы сказал, даже отлично. Я не знаю, что тут, мне просто интересно. И вообще сюда бегу. О, смотрите, еще одну бабульку нашел. Что с ними делать? Тихо. Мужик, надо... Да их можно... Их можно разбивать. Блин, а я ту бабульку не разбил. Ё-моё. Чё, к бабке возвращаться? Ну, бабки мы уже не вернемся. На пробел. Их можно кинуть. Я взял предмет. И могу его кинуть. Я не знал. Мне кажется, достижение какое-то получу. Типа, разбью всех бабулек. Керамические, соответственно, вы не подумайте. Ты чё такое? Вот это уже страшно. Тили-тили. Трали-вали. Очень страшно мы играли. Таран-парам-парам-парам. А чё стол скрипит? Стол. Пол. Чё скрипит? И опять кубики. 4 кубика. Может, с ними что-то можно сделать? Взяли. Кинули. Не знаю. А ну, сейчас попробуем. Все раскидаю. Взяли. Кинули. Взяли. Кинули. Взяли. Кинули. Ну. Не знаю. Так. Напишите в комментариях, если можно что-то сделать с кубиками. Потому что... Я лучше их много так мимо себя провел. Но если ничего нельзя, то извините за свет. А, если ничего нельзя сделать, то ладно. Ну, насчет бабулек я понял, что их можно разбить. Мышка. Ты что с тобой? Что, кушать хочешь, что ли? Хочет есть. А что мне с этим делать? Прям очень сильно хочет есть. Ну, как раз в столовой. Ты можешь мне дать поесть? Да. Спасибо большое.
Что за веревка такая странная? Водой, что ли, не могу передвинуть. Подождите. Я могу? А, минутку. Я не могу, да, запрыгнуть? Было бы очень круто. Тут просто кран какой-то. Включить кран. И наполнить ведро и получить какую-нибудь ачивку. Не знаю. А мне кажется, что-нибудь сейчас такое подобное будет. Мне кажется, да. Или нет. Или нет. Так, хорошо. Хорошо. Я понял, подожди. Сюда, наверх. Вот так вот. Я туда вниз полетел. Ладно, бывает. Извините. О, проснулся. Пол глам спит. Капец, конечно. Так. И прыжок. Так, нет, вот здесь слева. Прыжок. Полезли наверх. Фонарь. Я думаю, зажжем фонарь. Да? Да. Сохранились. Так, теперь... Ой-ой-ой. Да. Чё, я как это? Не допрыгнул, что ли? Что он там завис? Блин, а фонарь? Я думал, на фонаре будет. Сохранение. Это получается не сохранение, но значок был сохранение. Ну уж левел отсюда начинается, кто знает. Разработчики, напишите, пожалуйста. Так. Хорошо. Я понял, что нам в любом случае наверх надо. Отключить электричество и через дверь пройти. Чуть опять не упал. Так. Так. Хорошо. А мы лезем дальше. Вот мы поднялись наверх. Отлично. Этот тип, что он делает? Ничего. Соответственно, я еще могу разбиться. Блин, мне все равно кажется на эту люстру, назовем ее так, нужно будет забраться. Тан-тан-тан-тан-тан. Ну что с ней дальше делать? Это уже другой вопрос. Сначала заберемся, а там разберемся. Правильно? Да? Я думаю, все правильно. Так, хорошо. Я думаю, вот, наверное, на люстру ты забираешься, и потом по ней... По ней дальше наверх, да? Хорошо. Высоко. Ой, держись.
повезло. Так, есть лестница, есть справа подъем. Ну, по нему и надо было сразу, хорошо. Куль лестница в никуда стоит просто. Так. Угу. Что-то запускает где-то. Давай, ты сильный, я в тебе верю. Не сильный, а тут. Так, эта штука поднимается. Получилось, получается. Вот она, электрическая дверь. Так, я думаю, мы, знаете, что тут сделаем? Можем по чуть-чуть выдвинуть. Не можем. Можем. Хорошо. Запрыгивай. Теперь чуть-чуть здесь. И вот так вот. Ничего не видно, вроде не тикает ничего, поэтому успеваем. Но я на всякий случай еще дальше побегу. Так, поджечь, выпустить вот этого паренька, не знаю зачем так надо, не задавайте вопросов. И по веревке вниз. Ага. Ну, не получилось по веревке. Отсюда? А, здесь уже света нет, кстати говоря. Блин, походу, можно было на веревке. Но, знаете, более таким... Что, где вообще? Что происходит? Опа-опа. Увернуться. А, все, я там же. Только вот в другую комнату залез. Так, а что у нас тут? Можешь как-то забраться? Хочу наверх. Ну ладно, так, тут глаз. Я думал, успею с первого раза. Кто куда, а я дальше. Успел. Да запрыгивай ты. Чего не запрыгиваешь? Успел. Стоял, что-то думал. Так, включаем свет. Пацаны. Я с вами. Получено достижение тюрьма. Это я, получается, прошел локацию? Скорее всего, да. Скорее всего, да. Да, долгое сохранение идет. Получил достижение тюрьма. Это была тюрьма. Мы выбрались из тюрьмы. Прикиньте. Да.
друзья, поэтому, думаю, на этом мы остановимся, сделаем паузу. Вот, и в следующей серии продолжим проходить эту игру. Пока мне все нравится. Прям очень нравится, вот прям стиль очень крутой у игры. Я разберусь в сюжете еще более подробнее и расскажу вам о нем в следующей части. А с вами был Адмирал, это была игра Little Nightmares. Если вам понравилось, вы все знаете, что делать. Даже если не понравилось, напишите комментарии, что нужно сделать, чтобы вам понравилось. А всем до новых встреч. И, как говорится, задрать якорь и погнали дальше покорять просторы Ютуба. Всем пока-пока.